Что вам хотят сегодня сказать ваши духи, духи рода, ангелы-хранители, та сила, которая вас создала и помогает вам каждый день? Давайте посмотрим и спросим, что именно сегодня хотят сказать вам ваши духи. Духи знают о том, что ваше сердце разбито. Духи знают о том, что вы сейчас страдаете, что вас обидели, унизили, что забрали то, что вам по праву принадлежит. Духи знают, что вы пострадали от так называемых третьих лиц или обстоятельств, которые от вас не зависели. Не вы создали эти обстоятельства, но вы от них пострадали. Поэтому духи рода знают все ваши раны сердечные, все ваши переживания, все ваши страхи. Они знают до тонкостей, что с вами происходит. Потому что они проживают с вами каждую секунду вашей жизни. Вы об этом, может, не знаете, не видите. Но они проживают с вами все, и хорошее, и плохое. И духи рода говорят: не печалься, не жди. Двигаться нужно вперед. Не сидите, не ждите, двигайтесь вперед. Эти слова, это каждый услышит по-своему. Вы, может быть, должны двигаться вперед в том, чтобы найти лучшую работу, лучший дом, лучшую квартиру, лучшее место под солнцем, для того, чтобы вы нашли лучшие жизненные обстоятельства. Это перспектива за морем, за океаном, в другой стране, в другом городе, с другим человеком, на другом предприятии. Не сидите, не ждите. Даже если вы останетесь на том же предприятии или в том же месте, где вы сейчас есть, но этот поиск расширит ваше сознание. Эта перспектива позволит вам не бояться того, что перед вами, что вокруг вас. Потому что это не замыкает круг, а раскрывает возможности, расширяет ваше сознание. Поиск, желание двигаться вперед может привести к тому, что вы действительно поменяете жизнь свою. И может, многие из вас так и сделали, поменяли работу или же выучили новый язык, поменяли место жительства, другую страну, другие обычаи. Вы стали новым иммигрантом, может быть, или вы стали новым работником на новом предприятии, или вы стали человеком, который в новых отношениях. Может быть, в тех же, но с новым отношением к отношениям. И даже если вы остались там, где вы есть, или вы переехали, что вы молодец большой, то есть не обязательно переехали в физическом плане, но в основном в этом тоже очень важно, потому что переезд в физическом плане открывает новые возможности. Вы молодец. Либо же вы остались там, где вы есть, но вы поменяли свое отношение к жизни. И замкнутый круг, он исчез, он растворился, потому что вы сняли с себя это ощущение, что вы кому-то что-то должны. Вы никому ничего не должны. Если там, где вы есть, для вас опасно, если там, где вы есть, с вами не считаются, если там, где вы есть, не могут вас защитить, значит, вам нужно искать другое место. И это может быть как физически, так эмоционально, морально или метафизически. Там, на новом месте, опять же, или физическом, или морально-эстетическом, в любом другом, вы найдете себя, вы найдете свой новый ресурс, вы найдете свой новый подход к жизни, вы найдете сытую, спокойную, уверенную жизнь. Потому что не эмоциональные качели счастья. Счастье – это комфорт. На самом деле счастье – это комфорт. Это уверенность в том, что сейчас все хорошо и будет хорошо. Вы найдете финансовую свободу, независимость со временем, не сразу, но найдете обязательно, я вам это гарантирую. И вы найдете себя. Вы найдете себя, потому что себя вы потеряли, себя вы растеряли. И вы начнете доверять людям вокруг вас. Вы начнете доверять обстоятельствам. Вы начнете доверять высшей силе, которая держит вас в жизни. Вы начнете доверять любимым людям, которые перестанут вам диктовать их условия, а согласятся с тем, что вы взрослый мальчик или взрослая девочка, и будут с вами разговаривать на вот этой платформе новой, где разговор между взрослыми людьми, без нотации, без указывания, без критики, без ограничений, без навязываний, без манипуляций. От сердца к сердцу, от души к душе – это спокойная, сытая, долгая, счастливая жизнь.
Это то, что сейчас говорят вам духи. Вы в это не верите, вы разуверились, поэтому духи вышли на связь с вами через мое видео, чтобы дать вам дельный совет. И сейчас происходит понимание в вашем сознании, что нужно все обдумать, но не сидеть долго. Все обдумать и начинать действовать. Пусть даже неправильно, по вашему мнению, но действовать. Потому что то действие, которое сейчас вы делаете по отношению к себе, по отношению к жизни, к миру, это действие, оно основано на том, что вы все взвесили, вы взрослый человек, вы все просчитали. И поэтому у вас будет результат, поэтому вам повезет, поэтому у вас будет обновление вашего организма, поэтому у вас будет витальность, у вас будет ресурс внутренний и внешний. Вы красивые, умные, вы взрослый человек. Вы заслуживаете счастья, говорят духи рода. И какие могут быть кармические узлы? Если они и были у вас до просмотра этого видео, то сейчас я вам гарантирую, никаких кармических узлов из прошлой жизни у вас не осталось, потому что я целитель. И вы знаете сами, что именно сейчас вы почувствовали большое облегчение. Большое облегчение. Вы почувствовали большое облегчение. Вы почувствовали ясность пути, осознание того, что все хорошо. Что та сила, та звезда, которая вас создала и держит в этой жизни, это звезда яркая. Это звезда, которая заинтересована в том, чтобы вы жили комфортно. Потому что комфорт – это важно. Это важно комфорт, уверенность в том, что ничего не угрожает. И часто люди не понимают, что если нет этого комфорта, мозг страдает. Нейронные связи в мозгу нарушаются. Поэтому сейчас, в этот момент, когда вы есть, вам нужно осознать, что туда, куда вы движетесь, или вы уже переехали, или же вы перешли на другое предприятие, еще раз повторяю, у каждого свои слова. Вы услышите от своих духов. Туда, куда вы движетесь в правильном направлении. Вас ждет победа, реализация своих талантов. Вас ждет победа. И при просмотре этого видео уйдут любые негативные программы, порча, сглаз или даже родовое проклятие. Рассеются все тучи. И в вашей жизни настанет большое счастье, которое вы заслужили и получили по праву. Вы получили счастье по праву от ваших предков. Вы получили счастье от Творца при рождении. Вы реализуетесь, вы будете блистать. Вы будете любимы, счастливы. Вы реализуетесь в профессии. И у вас все будет так, как вы хотите. В этом сомнений нет никаких. А какие могут сомнения быть, когда все так ясно? Какие могут быть сомнения, когда все так понятно? И сейчас, в этот момент, когда вы смотрите это видео, проясняется ваш путь. Вы получаете силу, ресурс, уверенность в себе, прекрасное настроение, легкость бытия. Вы получаете легкость бытия. Вы получаете осознание того, что все, что с вами происходит, это вам на пользу. Потому что все трудности, которые были у вас, вы прошли, они закончились. Все трудности, все страдания, все испытания вы прошли, и вы молодец. Где бы вы сейчас ни жили? В эмиграции или же на своей родной земле. Трудности вы прошли. И вас ожидает большое счастье, осознание своего пути и большие радости. А я благодарю Творца за исцеление меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, от любого негатива, порчи, сглаза и даже родового проклятия.